Привет всем, ребятки! Сегодня я хочу вам показать видео, где и как я монтирую видео. Вообще, я монтирую видео вот этой программе Vegas Pro 13. Но если у вас слабенький компьютер, эту программу он не потянет. Это будет очень долго. Я предлагаю вам монтировать вот этой программе. Movavi Video Editor 15+. Вообще, эта программа платная. Но ее на просторах интернета можно найти бесплатно. Если я найду, то я оставлю ссылочку в описании. Так, мы запускаем эту программу. Так, вот у нас открылась программа. Выбираем новый проект. Так, мы выбрали новый проект. Теперь мы будем с вами смонтируем легенькую вот это видео, которое я монтировала. Так, мы его сейчас порежем. Берете ползунок и вот здесь растягиваете видео. Также вот вы просматриваете на... Вот вам тут что-то не подходит, да? Видите, не подходит. Мы берем, нажимаем на вот эти ножнички и смотрим дальше, что не подходит видео. Обрезаем. Обрезали, удаляем. Потом вы вот вам там вырезали, что вам не нужно. Также можно музыку подставить сюда. И вот, например, у нас такое видео получилось, да, маленькое. Можем здесь вставить с вами переходы. Вот так. Это будет, сейчас я вам покажу, как. Так, вот здесь. Видите? Также мы можем поставить здесь какие-то там наброски. Вот такого плана, типа там... Фильтры вот такие, такого. Ну, что-то типа такого, ребята. Потом же тут разные можно всякие фильтры поставить. Можно текст написать. Подставляете текст вот так, перетягиваете его и пишете текст. Также можно наклеечку какую-то тут вставить, например. Определенную, определить, сколько она будет у вас по времени. Также можно галочку там, что-то типа вот такого плана, наброски разные. Можно анимацию вставить. Но это, ребята, уже более сложный монтаж. Но это самая простенькая и легкая программа. Да, с ней, с этой программой может справиться даже школьник. Так что, ребята, я вам советую именно эту программу. Потом же, когда вы смонтировали видео, вы нажимаете «Сохранить». Здесь выбираем MP4. Здесь называем свою программу. Ну, как она называется, ваш файл. Выбираем, куда будет сохраняться. Потом нажимаем «Хорошее». Разрешение выбираем. Вот тут дополнительно можно разрешение поменять. И нажимаем «Старт». Тут есть. Мы выберем вот так. И буквально эта программа монтирует. Она быстро. Мне вот это единственное, что нравится, что она монтирует быстро и хорошо. Так что, ребята, если вам понравилось это видео, если оно было для вас полезное, вы можете спокойно ставить мне лайк, либо дизлайк. Все, ваша программа открылась. Видите? 1 октября. Вот такой видосик у меня получился. Это была ее мама. Всем спасибо и до свидания, ребятки.